Дорогие зрители, это очередная трагедия в российском шоу-бизнесе. Несколько дней назад в Москве прошли похороны известного российского модельера Валентина Юдашкина. На этих похоронах присутствовали многие из звезд российского шоу-бизнеса. На прощание пришел известный советский российский певец и музыкант Аркадий Укупник. Но, к сожалению, прямо с похорон Аркадий Укупник на скорой помощи направился в больницу. Во время панихиды ему стало плохо, и он практически потерял сознание. Хорошо, что рядом находилась бригада скорой помощи, и медики сразу же приняли решение о его срочной госпитализации. Сейчас артист находится в 26-й городской больнице города Москвы под пристальным вниманием врачей. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале, и уже завтра рано утром шокирующие подробности этой трагедии выйдут на нашем канале в нашем новом выпуске, друзья.